национальная, а платежная а система, она, ну, а как воздух нам необходима? Больше платежных систем, хороших и разных, национальных и транснациональных. Национальную платежную систему в виде карточек может вести любая страна мира. Даже малоразвитые или плохо развитые страны Латинской Америки или Африки. Но эта система, не подкрепленная экономической мощью государства, не будет пользоваться никаким уважением. Я сильно сомневаюсь, что национальные карты, национальные платежные системы будут приниматься там во всех странах мира. Есть серьезное опасение, что получится как обычно, выделят бюджет, его распилят, ничего хорошего не выйдет. Будут большие затраты, большая реклама, а дальше России это не пойдет. Мы должны себя обезопасить от любых выходок наших западных в скобках друзей. Они могут отмочить все, что угодно. Когда мы совершаем какие-то транзакции, определенный процент уходит на обслуживание и содержание этой системы. Но зачем платить американским компаниям за покупку там, не знаю, продуктов в магазине в Черемушке? Надо свою иметь уже, да? Мы настолько богатая страна, и финансово богатая, и духовная, и всякое разное. Что уж пластик-то мы изготовить можем свой. Я думаю, что у нас есть опытные люди, опытные менеджеры, кто это быстро могут сделать. Visa и MasterCard достигли того уровня, который они занимают сейчас на рынке, не за 20 лет и даже не за 30, а они развивались практически весь 20 век. В общем, понадобится нам десятилетие, чтобы эта система стала уважаемой в мире. И тем не менее, если мы сейчас не заведем себе карточку, на которую уйдет еще там ближайших 5-6 лет, значит, у нас опять ее не будет. И опять что-то случится, и опять будем мы без карточки.